У Всероссийского хорового фестиваля духовной музыки «От сердца к сердцу» давняя история. В следующем году ему исполнится 25 лет. Масштабный проект проходит в нашем городе раз в 3 года, объединяя сотни музыкантов и тысячи зрителей. А со сцены звучат духовные песнопения, русская и зарубежная классика, песни народов мира. В этот раз фестиваль собрал более 600 участников 17 хоровых коллективов из Москвы, Лобны, Долгопрудного, Нижнего Новгорода и Сарова. Приятно осознавать, что наш город и Саровский драматический театр уже 9-й раз становится площадкой для проведения фестиваля. А в следующем году данный фестиваль отметит свое 25-летие. Это возможно благодаря тому, что на протяжении уже нескольких десятилетий не иссякает энергия фестиваля. А для нас это возможность живого общения. На 3 дня Саров стал хоровой столицей России. Открыл фестиваль выступления саровчан. Хоры детской школы искусств исполнили композицию «Аллилуйя Сарову». Затем на сцену вышел народный коллектив России «Академический хор ННГУ имени Лобачевского», один из старейших хоровых коллективов Нижнего Новгорода. Он ведет свою историю с 1949 года. Хор неоднократно становился лауреатом международных фестивалей и конкурсов, чемпионом мира среди хоров, исполняющих популярную музыку, обладателем золотых медалей, кубков и гран-при на конкурсах России по всему миру. Коллектив в 8-й раз стал участником фестиваля в Сарове. Апофеозом церемонии открытия стало выступление академического мужского хора «МИФИ», народный коллектив России, лауреат премии Ленинского комсомола, лауреат всесоюзных, всероссийских и международных конкурсов. Он один из самых известных и в своем роде уникальных любительских хоров России. С первой репетиции по сей день в нем поют исключительно студенты, выпускники и сотрудники Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ». «От сердца к сердцу» – это настоящий музыкальный праздник для Сарова. Возможность познакомиться, больше узнать о творчестве друг друга и просто отдохнуть от повседневности учебных и рабочих будней, окунувшись в мир музыки, вдохновения, душевной гармонии. Фестиваль потрясающий, очень красивый, прекрасные исполнители, замечательные коллективы. Очень рад то, что мне доводится в нем поучаствовать. Фестиваль хоровой и духовной музыки на Саровской земле длился 3 дня и завершился гала-концертом. Его запись можно посмотреть в группе «Арт Саров ВКонтакте» для зрителей старше 6 лет. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24».